До конца года во всех залах судебных заседаний Казахстана появится система аудио и видеофиксации, а вновь избранные служители Фемиды будут проходить испытательный срок в течение 1 года. Кроме того, при Верховном суде появится международный консультативный совет, куда войдут авторитетные юристы, экономисты, финансисты и иностранные специалисты. Обо всех новшествах сообщил председатель Верховного суда Кайрат Мами. Он также поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником, который отмечается в последнее воскресенье июня, вручил почетные грамоты и памятные подарки. Я также хотел поблагодарить вас за проводимую вами работу по освещению деятельности судебной системы. Сегодня между судами и СМИ сложились действительно партнерские отношения. Это особенно важно на текущем этапе, когда идет активное реформирование судебной системы в рамках плана наций.